последние пару-тройку месяцев ЕС, скажем так, находится в состоянии жесткого клинча с некоторыми восточными государствами, Венгрией и Польшей, в частности, принятие поправок в Конституцию в той же Венгрии, где четко прописано, что семья – это союз мужчины и женщины, и министр социального развития Венгрии сказал, что всякие сказочные персонажи в виде 74 гендеров, в принципе, им в Венгрии не место. Это, конечно, жутко произвело эффект разорвавшейся бомбы в рамках Брюсселя, в рамках Европарламента. Это один как бы аспект. Другой аспект, конечно, это непрекращающиеся протестные движения в Беларуси. Вот, соответственно, здесь можно сказать о том, что ЕС разрабатывает такой инструмент по, ну, скажем так, насильственному внедрению, во-первых, политкорректности в своих границах и по продвижению, ну, скажем так, своего видения демократии и прав человека за пределами внешних границ данного интеграционного объединения.